Операция «Преемник», вернее, «Преемница». Ангела Меркель выдвинула в генеральный секретарь ХДС свою ближайшую соратницу. Кого и готовит ли канцлер себе замену? Татьяна Лагунова продолжит. За пределами Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр мало кто знает, но немецкие политологи уже давно называли ее и министра обороны Урсулу фон дер Ляйен возможными преемницами Ангелы Меркель. На посту лидера христианско-демократического союза, который в будущем будет бороться и за кресло канцлера. И, похоже, Ангела Меркель сделала ставки. Аннегрет Крамп-Карренбауэр переезжает в Берлин. Премьер-министр земли Саар теперь будет работать в столице. Ангела Меркель предложила ее кандидатуру на должность генерального секретаря ХДС. Кстати, именно с этого кресла в свое время сама Меркель пересела на трон лидера партии. Утвердить кандидатуру Крамп-Карренбауэр еще должны на съезде партии, который состоится через неделю. Но христианские демократы даже не скрывают, это чистая формальность. Я довольна этим выбором. Я не уверен, известно ли уже вам это имя, но если да, то это прекрасный выбор. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 55. В последние годы она руководила землей Саар и считалась ближайшей соратницей Ангелы Меркель. В партии ее ценят за спокойный характер и аналитический склад ума. А журналисты уже прямо спросили у Меркель, так что, преемница? Задавать вопросы на три шага вперед – это ваша привилегия. У нас сейчас много других дел. Большой минус Крамп-Карренбауэр – это то, что она не так узнаваема и популярна, как политики первого эшелона. Но до следующих выборов ситуацию легко исправить. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».